Друзья, сегодня 24 апреля 2024 года, московское время 16 часов 2 минуты. Начинаем вебинар номер 10 Климова-Зателепина. Ну вот название доклада, который у нас сегодня, на ваших экранах. О действии ленреакторов на окружающее вещество, в том числе на сцинцилляторы и газовые детекторы. Немножко пару слов. Да, значит, доклад представляет Пархомов Александр Георгиевич, наш один из ведущих экспериментаторов и участников нашего вебинара. Пару слов хочу сказать. Во-первых, вот очень важно, что некоторое время назад Александр Георгиевич начал заниматься активно таким особым видом ленреактора, про который, я надеюсь, он в самом начале сегодня немного скажет. Он выступал у нас некоторое время назад, вот, и там рассказывал, но будет не вредно, Саш, если ты еще раз напомнишь, как этот твой реактор устроен. Это первое. Ну вот, очевидные совершенно, в общем-то, вещи. Даже многие пробовали, и мы пробовали работать с лампами накаливания вместо. Ведь мы в свое время, когда никель-водородными генераторами занимались, то мы, значит, разогревали там до высоких температур с помощью аммического нагрева проволоки, намотанной вокруг реактора. Вот. Но на каком-то этапе, например, мы в нашей лаборатории стали пытаться использовать лампы накаливания. Это очевидное решение. И не только мы это делали, но активно и, как бы, ну, так сказать, вот систематически это не делали. А вот Саша взялся за это дело, Пархомов, и вот уже пару лет занимается в основном этим, если не больше. И как обычно бывает, когда ведешь систематические исследования, возникают новые интересные результаты. Вот один из сегодня этих результатов сегодня послушаем, потому что он совершенно новый. Вот по отношению к этой технологии. Значит, я такую вот некую градацию предлагаю в эффектах, которые мы наблюдаем в ленреакторах. И эта градация тепловые и нетепловые эффекты. Вот сегодня один из нетепловых эффектов. Я напомню, что ленреакторы, которые возникли там, ну как бы это направление возникло, в основном интересовались теплом, энергией. Но потом выяснилось, что кроме этого еще много чего интересного происходит. И вот нетепловые эффекты я сейчас перечислю, какие мы обычно наблюдаем. Ну, во-первых, неизвестное излучение. И, по-видимому, оно и приводит к трекам и кратерам, которые мы в окружающем веществе, в первую очередь на диэлектрических материалах, наблюдаем. Второй вид нетепловых эффектов – это рентгеновские и гамма-излучения, и нейтронные излучения, которые регистрируются из ленр-реакторов. Третий вид нетепловых эффектов – это трансмутации элементов. Все это сопровождается естественно преобразованием энергии, и как следствие тепло там возникает, но сами по себе как бы вот эти проявления, они как бы нетепловые. Вот. Изменение физических процессов, вот я так назову, потому что вот мы в свое время обнаружили с Барановым, что в лабораториях, которые занимаются ленр-процессами, в них многие процессы физически идут немножко не так. В частности, например, фоновое рентгеновское излучение, космическое, в первую очередь, из стен, которое регистрируется обычно на уровне там 12 микрорентген в час, обычное такое среднее значение в нашем регионе. В этих лабораториях обычно ниже в несколько раз, буквально, в несколько раз рентгеновское излучение. Ну и, наконец, то, о чем сегодня, по-видимому, пойдет речь, я немножко знаю, мы с Сашей обсуждали это дело, это я называю преобразование вещества. То есть вот вещество, которое
Лендер-реакторе или в окрестности Лендер-реактора, оно почему-то в количественном плане изменяется, его количество. Вот это об этом, наверное, сегодня, кроме всего прочего, тоже пойдет речь. Таким образом, о нетепловых эффектах в первую очередь, по-видимому, сегодня будет разговор. Я закончил, Саш, пожалуйста, тебе слово. Саш, надо звук Так, все включить. включено, да, слышно, да? Да, сейчас Ну, слышно, да. да. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что эти исследования, о которых я расскажу, они навеяны экспериментами, прежде всего, вот этими интригующими экспериментами Зацепина и Баранова. Ну и также надо вспомнить об экспериментах Федора Зайцева. Хотя мы с ним трактуем результаты по-разному, но это не умаляет значения вот того большого количества тщательно сделанных экспериментов, которые он вот сделал. Ну, я тогда не буду отвлекаться дальше, а прямо беру быка за рога и вот так. Что-то не листает. Вот, листается. Нет, просто, Саш, немножко так, с замедлением все это. Компьютер, Да. общая система огромная, поэтому вот все медленно происходит. Сразу про эксперименты. Но будет два типа экспериментов. Я расскажу о двух типах экспериментов. Вот первый эксперимент – это ну, такой очень простой традиционный эксперимент. Значит, детектор с кристаллом натрий йод. Вот применяется дополнительно к нему применялись насадки из свинца и кадмия. Я расскажу, зачем это было сделано. Ну, в качестве вот Ленр-реактора использовалось вот уже, как Валерий сказал, что я использую в основном в последнее время вот реактор с лампами накаливания. Вот видите, вот здесь вверху показана такая лампа накаливания, галогенка мощностью 500 ватт. Ну, на нее надо подавать, чтобы был эффект, надо подавать повышенное напряжение. Из-за того, что она опущена в воду, во-первых, стенки охлаждаются, и во-вторых, из-за того, чтобы иметь как можно более высокую температуру нити накала. Ну вот, собственно, вся экспериментальная установка. И от этой лампы можно ослепнуть. И она, поэтому вот эта банка с водой и с этой лампой, она обернута фольгой алюминиевой. Ну и, соответственно, излучение тепла становится меньше. Вот таким образом. Ну, использовалась программа для анализа спектрального анализа амплитуд, возникающих на ФЭО, программа Теремина, такая довольно интересная программа, и для калибровки по энергии использованы источники Плутония-239 для мягкой области 52 кВ и Цезий-137 это 662 кВ. Ну вот, смотрите, что получилось. Просто если взять, да, я скажу, что предварительно, конечно, был исследован просто ФЭО, влияние на ФЭО, значит, без даже сцинциллятора, но так особо ничего не было заметно. Видны шумы усилителя, которые начинаются с энергии там 10-15 кВ, а после этого практически импульсов нет. А вот если мы поставим сцинциллятор, ну, использовался маленький сцинциллятор диаметром 20 миллиметров и высотой 20 миллиметров. Большой сцинциллятор здесь не нужен, поскольку он только приводит к возрастанию фона. Ну и вот что получается. Ну, вверху показан фон до включения реактора. Вот видите, ну тут какой-то подъем в районе 60, ну и тянется туда далеко-далеко. Этот фон, конечно, ну, в районе 15 кФ он обрублен, потому что здесь начинается быстрый подъем, связанный с шумами электроники. Ну, этот фон, этот, значит, спектр и далее показан на других картинках, чтобы можно было увидеть, какие происходят изменения. Ну вот,
Для того, чтобы произошли изменения, достаточно кратковременного включения реактора буквально на 1 минуту. Вот смотрите, во время включения на 1 минуту реактора мы видим вот небольшие изменения, какие-то наблюдаются, особенно в области мягких энергий. Особенно в области мягких энергий. Далее, но эффект не исчезает после выключения реактора, но наоборот как бы разгорается. Вот смотрите, через минуту появляется вот пик в районе 80 кФ, далее тоже через 6 минут уже спектр имеет другой вид, через 8 минут еще третий вид, ну и так далее. И вот после выключения, собственно, реактора еще какой-то процесс идет. Но самое интересное происходит, если мы оденем, значит, вот этот свинцовый колпачок. Ну вот видите, что вот до включения реактора, вот Да, здесь Саша, пока... Саш, поясни, свинцовый колпачок на кого ты одеваешь? А ну, На детектор или на реактор? конечно, на детектор. Вот там вот мы, если мы вернемся назад, вот видите, вот он, этот свинцовый колпачок, он одевается вот сюда вот, на детектор. Вот это вот, значит, спектр фона без свинцового колпачка, а внизу со свинцовым колпачком. Ну, понятно, что свинец ослабляет внешнее излучение, но поскольку это толщина свинца небольшая, ослабление происходит в области довольно мягких энергий, где-то до 200 килоэлектрон-вольт, а дальше уже мало заметно это ослабление. Вот. Ну, смотрите, вот когда мы включаем реактор на 1 минуту, вроде бы ничего даже заметно не происходит во время включения. Далее, через 3 минуты, смотрите, вот появляется уже какой-то вот такой вот увеличение в районе там 70-80 Саша, а вот электрон-вольт. вторая кривая, это кривая сравнения, которая была исходная, да? Да, это вот тоже вот сравнение, вот она, вот это вот, она зафиксирована, вот это вот. И она везде вот здесь вот воспроизводится. Иначе было бы непонятно, что же на самом деле происходит. Вот, видите, через 3 минуты, значит, получается уже какое-то что-то увеличивается в этой области. Здесь неправильно, здесь у меня надо было сказать, да. Здесь не через 3 минуты, а уже через 5 минут. Видите, происходит возрастание постепенное. Мы реактор выключили, а эффект увеличивается и увеличивается. Вот через 6 минут уже вот такое уверенное увеличение в районе 60-70 кФ. А если мы смотрим дальше, смотрим, опять у нас фактически фоновое измерение. И вроде бы, да, прекратилось. Однако мы посмотрим дальше, опять появляется вот это вот возрастание в районе 60 минут, 60, 70, 80 кФ. И это возраст, вот этот вот процесс, он то появляется, то исчезает, то появляется, исчезает, он продолжается все время, вплоть даже на следующий день, если посмотреть, что это происходит. Вот такая какая-то зараза, так сказать, прилипает. И что интересно, если мы уберем реактор куда-то далеко, все равно вот это идет. То есть фактически получается так, что вот эта зараза прилипла к свинцу, и вот она, так сказать, и остается, и остается. Ну вот, тоже известные эксперименты Зателепина и Баранова о влиянии на источники вот этих вот реакторов. Ну, вот смотрите, вот источник плутоний-239 дает энергию гамма-квантов 52 килоэлектрон-вольта. Ну, там другие линии, они хоть мало интенсивные, в основном вот эта линия идет. Здесь тоже показано
показано в сравнении. Серая линия – это то, что было до, а зеленая линия – это то, что получилось, когда мы включили реактор и после включения реактора. Вот во время включения реактора на 5 минут, собственно, ничего такого особенного не происходит. А через 3 минуты мы видим, что появляется так сказать, интенсивность вот этого пика возрастает вполне заметно. Далее смотрим. И через еще вот меня тут загораживается, через 11 минут у нас опять эффект исчезает, а потом через 20 минут опять появляется. Вот такая болтанка, она идет и дальше. Вот примерно то же, что на свинце, мы видим вот такие же эффекты и на интенсивности излучения радиоактивного источника. Саш, а вот Ну, это уже ты, вот этот свинцовый колпачок ты уже снял, да, вот при вот этих экспериментах? что снял? Свинцовый Да, колпачок. это да, но здесь скорость счета большая, поэтому неважно, там фон здесь совершенно незначителен. Это над фоном очень сильно возвышается. Ну, а Цирий 137. Ну, мы видим пик полного поглощения и, значит, вот импульсы от камптоновского рассеяния. Примерно такая же картина наблюдается, ну, может, не столь ярко выраженная. Во время включения вроде бы так ничего не происходит. После включения, видите, значит, высота этого пика увеличивается, что-то меняется и в компоновском распределении. Вот через 15 минут мы видим, что вот опять вроде бы никакого увеличения нет. А дальше вот через 28 минут мы видим, что опять вот это вот увеличение возросло. Ну вот такие интересные эффекты. Но если обобщить, то значит можно сказать следующее. Кратковременное включение реактора на 1 минуту, ну или на 5 минут, приводит к продолжительным изменениям результатов измерений амплитудных спектров сенсационного счетчика. Причем эти изменения имеют пульсирующий характер с характерным временем несколько минут. Насадка из свинца ослабляет фон, но после кратковременного включения реактора становится источником излучения с энергией 60-70 кВт. С насадкой из кадмия подобный эффект не наблюдается. Обнаружено продолжительное возрастание скорости счета излучения плутония-239 и цезия-137 после включения и выключения реактора, имеющие пульсирующий характер. Вот. Но дальше я буду про другая серия экспериментов. Если есть вопросы, может быть, есть смысл сейчас вот обсудить, да? Ну да, друзья, это там будет следующая серия, связанная с газодинамическими там измерениями, Да. а вот измерения рентгеновские, они вот здесь содержатся. Но у меня есть вопрос, поскольку близко к нашей теме все это лежит, я, может быть, лучше других как бы чувствую. Но вы пока, друзья, вот я обращаюсь к аудитории. Думайте, может быть, если есть вопросы, сейчас зададим по вот этой части. Саш, вот я просто хочу сказать, что у нас, ну, мы вот такого, то, что ты наблюдал, мы не видели, это очень интересно. То есть такое вот волнообразное по времени изменение, это очень интересно. Но вот вопрос, у нас падал это самое, ну, показания. Вернее так, там сложная ситуация, но через пару дней, например, в лаборатории мы измеряли пониженную фоновый спектр, а у тебя, наоборот, он вырастает. Вот, ну, через довольно значительное время, ну там через 20 минут, например. Вот на другой день мерил, например, что там происходит.
Ну, собственно, что творится в лаборатории в смысле радиационного фона, я не мерил. Как-то это очень было расплывчато и непонятно. Вот. А вот этот эффект, да, он сохраняется, и даже на следующий день вот это вот увеличение можно заметить, оно качается. Оно то есть, то нет. В принципе, можно, значит, попасть в момент времени, когда его нет, а можно попасть в момент времени, когда оно есть. Уменьшение, ну, поскольку какая-то процесс статистический, то можно наблюдать, значит, какие-то уменьшения, но незначительные. В основном преобладает все-таки увеличение. Вот в моих измерениях. Вот. Что касается ваших результатов, ну, я не знаю, какое-то противоречие вроде получается, да? Ну, да, нет, не противоречия, а просто как бы вот такие разнообразные стороны, по-видимому, одного или схожих процессов. Да, это ты ответил, спасибо. Вот, ну и второй вопрос. Вот мы иногда это делаем, просто мы, ну, в дальнейшем ты, скорее всего, этот вывод и сделаешь, что ты это называл заразой, мы это называем темным водородом, но это не важно, как мы это называем, а важно то, что по-видимому, это какое-то вещество, и поэтому мы, скажем, иногда делаем следующее. Мы протираем вот эти вот смоченные в воде тряпочкой, например, вот эти детекторы. Ты что-нибудь такого дела пробовал? Ну да, вот такое стремление возникает. Ну, тряпочкой я не протирал, но по слухам вот эту вот заразу можно сбить, например, фотовспышкой, если несколько раз вспыхнут. Но я пытался это делать, но как-то эффекта не заметил. Так, хорошо, спасибо. Ответ получен. У нас тут уже довольно много вопросов. Значит, Андрош, пожалуйста, твой вопрос по этой части. Да, добрый день. У меня вопрос. Первый, что измеряли ли более высокие энергии? Вот как помните, в моем докладе я видел маленький пик около 1 мегаэлектронвольта, что первый вопрос, что похожего пика видели ли? И другое, то, что я наблюдал, когда... Подожди, Андрес, давай первый вопрос, а потом Хорошо, второй. да. Саш, был ли пик, наблюдал, имеешь ли ты возможность посмотреть на больше энергии, чем вот 80 Да, Гц? я имею возможность посмотреть на больше энергии. Имеется в виду, что пик вот в 2 раза больше, чем 0,511, да? Вот Да. там где-то должен быть пик. Ну да, но там что-то есть незначительное, но я не обращал особого внимания вот на эту область. Я сосредоточился на области мягких излучений. Спасибо. И второй вопрос, Да, пожалуйста. второй вопрос, что в моем детекторе, когда я низкую энергию смотрел, у меня после какого-то времени появлялись периодические сигналы, но я думаю, это был артефакт, но мы об этом уже обсуждали, мне не очень понятно, от чего такой артефакт на детектору у меня получился. Такого периодического артефакта вы заметили, или это не было в вашем детекторе? Ну, то, что я заметил, я рассказал. Кстати, у меня была тут видеозапись, я ее просто забыл показать. Вот, может быть, это будет интересно. Ну, давайте сначала вопросы, потом. Андрес, поясни, Хорошо. пожалуйста, поточнее, о каком артефакте ты, какой артефакт ты имеешь в виду? И тогда Саша, может быть, точнее ответит. Ну, на моем спектре появлялись совсем периодические пики в спектре, но я думаю, что это Периодически, артефакт. Андрес, периодически по спектру или они периодически возникают по времени и Не, потом это. по спектру периодические. И я думаю, это был какой-то артефакт В моего. какой зоне энергии? Напомни, пожалуйста. Ну, скажем, от 200 до 600 килоэлектронвольтов в такой. И
Да, вот и мне было непонятно, что откуда эта лампа так влияет на детектор, и поэтому я спрашивал, что такой артефакт наблюдали. Если помните, я вам даже пример в прошлом вышла такого спектра. Ну Нет, да, ну вот сейчас я мы вот... таких периодичностей не видел. Да, спасибо, Пархомов ответил, что он же вот то, что он меряет в районе 600, у него там работает этот самый, как вот, детектор, но он таких периодов там не видит. А лампы похожи то, что делал Андраш. Андраш, у тебя все Спасибо. вопросы? Да, все, спасибо. Спасибо. Сергей Михайлович, пожалуйста, Годин. Александр Георгиевич, у меня один маленький вопрос. А вот в чем вы видите разницу между свинцом и кадмием на генерацию вот пиков в районе 60 кФ? Я об этом в конце доклада скажу, вот мои соображения по этому поводу. Ну, тогда еще один вопрос. А вы не... Непосредственно на осциллографе сигнал с ФЭО не наблюдали? Ну да, сигнал с ФЭО. Я наблюдал сигнал, сформированный после предусилителя. Нормализованный сигнал, нормальный. Ну, понятно. Понятно. Хорошо. Спасибо, Спасибо. спасибо, спасибо Сергею Михайловичу. Пожалуйста, Владислав Миркин, пожалуйста, ваш. А, нет, Пауль Вайсман. Пауль, ну, мы вас не видим, но послушаем ваш вопрос. Пожалуйста. У вас, вы как обычно, что там мудрите, у вас такая очень, очень, очень звук такой специфический, неприятный как-то. У меня вопрос, Пауль, 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 извините, извините, совсем невозможно вас слушать. Вы попробуйте перейти на какой-то обычный микрофон, а пока мы послушаем Миркина. А вы что-то сделайте, потому что невозможно. Извините, или Владислав. может просто отодвинуться подальше. Вайсман, он специалист в этих всех делах, он там что-нибудь сейчас сделает. Владислав, ваш Миркин, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, коллеги. У меня такой вопрос. Вот чем вы объясните то, что происходят какие-то колебания интенсивности излучений именно с периодом минуты? То есть что в веществе может, так сказать, быть ответственным за такие очень, как бы, с большим периодом колебания? Ну, я сам себе задаю этот вопрос, и пока ответа у меня нет. Понятно. Ну, то есть хороший эффект. Спасибо. Так, спасибо Миркину. Значит, так, Андрей Егоров. У нас Егоровых тут два. Вот Андрей еще Егоров у нас есть. Андрей, пожалуйста. Вы откуда, кстати, Андрей? Добрый день, я из Фиана. А, ну здорово. Ваш вопрос, пожалуйста. Да, Александр Георгиевич, я вот не совсем понял, а насколько тщательно вы выверили стабильность, измеряющей установки, ну то есть сенсилятора с ФЭУ? То есть просто со стороны это выглядит, не может ли это быть? Ну, просто то, что сама эта измеряющая установка живет какой-то своей жизнью, там же эти колебания маленькие. То есть, насколько установлено эффект воздействия именно реактора? Может быть, это просто шумы банальные, какие-то тепловые плавают вверх-вниз измеряющего устройства? Ну, конечно же, этот вопрос возникает, и для этого делается не просто измерение эффекта, а еще серия измерений делается до того, как происходит воздействие. Если мы видим существенные различия, значит, мы можем какие-то делать выводы. Конечно, были предварительные измерения сделаны, и я показывал спектры до и спектры, значит, после воздействия. Я могу вот добавить, что, может быть, Саша что-то скажет вот, по вопросу Андрея Егорова. Такая штука есть статистика. Ведь вот он не мгновенно измеряет вот этот спектр, а он набирает
некое количество сигналов. Вот что-нибудь, который создает этот спектр. Может быть, Саша, что-нибудь про статистику спектра ты скажешь? Сколько времени ты спектр замеряешь? Ну, спектр обычно измерялся одну минуту, но дело в том, что вот это вот, если посмотреть отдельно вот каждый из каналов, которые вот 4000 с лишним каналов, то там, конечно, будет такой жуткий разнобой, что никакой статистики. Вот, и поэтому вот эта вот программа Теремина, она выбирает сразу определенное количество каналов. Ну, по-моему, у меня где-то было 20 каналов, объединялось, и потом еще происходило усреднение, и поэтому вот эта вот статистика, она, значит, как бы нивелировалась, и получались результаты более-менее надежные, скажем так. Так, спасибо. Андрей, есть еще вопросы? А сколько контрольных спектров вы набирали и в течение какого времени, чтобы понять, что стабильность достаточная у аппаратуры? Ой, контрольных спектров и контрольных, и неконтрольных спектров набрано столько, что я чуть от них не лопнул, потому что там эта программа, она позволяет подряд вот набирать вот эти спектры, там, скажем, через одну минуту один спектр, потом второй, третий и так далее. Ну и потом вот как-то надо вот смотреть их, что там меняется. Это трудно, но позволяет вот понять динамику, как вот тут что меняется. Нет, ну вот Андрей имел в виду, вот Андрей Егоров имел в виду, Саш, что скажем, твой реперный спектр, который ты считаешь фоновым, вот сколько, например, ты таких спектров снял, вот для того, чтобы взять в качестве какого-то усредненного спектра. Сколько ты спектров снял вот через 6 минут после работы реактора? Вот я его вопрос так понял. Ну, через 6 минут. Через 6 минут один, там, через 9 да, минут. Ну, ты в следующий раз будешь свой реактор еще 7-8. Раз. 7-8. Здесь показана только небольшая часть тех спектров, которые на самом деле были сняты. Так, понятно. Андрей, еще есть вопросы? Ну, то есть, в итоге нестабильность исключается надежно, нестабильность измерительной аппаратуры здесь. Ну, нестабильность, да, понимаете, тут еще одно интересное явление, что после примерно 2 недель работы, ну, вначале был проверен ФЭО, как он, что он ФЭО не давал фактически импульсов с энергией более, значит, где-то 15 килоэлектрон вольт, а дальше видны были просто импульсы от шума электроники. Если снять там 1000 вольт напряжения с ФЭО, то вот эти вот импульсы видны шумовые от электроники. А если включить 1000 вольт, то никаких дополнительных импульсов не появляется. Но что интересно, после работы примерно двухнедельной после экспериментов ФЭО начал очень сильно шуметь. Настолько сильно, что работу пришлось прекратить дальнейшую. Вот. А после, примерно опять-таки через 2 недели, когда я взял этот ФЭО, я уже хотел его выбросить, смотрю, он вполне нормально опять работает. Вот такие вот фокусы получаются в нашей работе. Ну вот Саша Пархомов просто рассказывает то, что мы с Дмитрием Сергеевичем Барановым постоянно видим. То есть очень здорово, просто подтверждение. Что-то портится, оборудование портится, потом если какую-то паузу взять, там неделя-две, все начинает нормально работать. Да, то есть это у нас просто точно такой же эффект. Спасибо Андрею Егорову. Владислава Миркина еще вопрос возник. Так? Да, у меня вопрос возник. Вот как раз эти картинки. Значит, такое ощущение, что какие-то изменения происходят в основном только в той области, в которой фоновое излучение было больше, чем в других местах. Вот
Почему при этом не появляется никаких, так сказать, других? Ну, вот здесь, может быть, немножечко есть там, но очень незначительные. То есть немножко непонятно, почему только там, где фон имеет пик или там подъем, то и, так сказать, изменения имеют подъем в этом же месте. Ну, почему именно в этом месте происходит подъем? Я попробую изложить свои соображения ближе к концу доклада. Ага. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, я, Саша, если позволишь, я два слова вот по этому вопросу, он довольно важный, скажу. Дело в том, что вот Владислав, ну и всем остальным сообщу, кто не работает много с детекторами вот такого типа, они имеют очень большую зависимость чувствительности от энергии. Вот, например, детекторы натрия йода имеют максимум как раз именно чувствительности. Это не фон имеет максимум, это детектор имеет максимум в этой области. И поэтому именно в этой области он регистрирует, если что-то незначительно изменилось, то именно там детектор лучше всего реагирует на вот эти изменения. Значит, вот если мы отойдем от 60-70 кФ в сторону, например, вот 20 кФ и, например, 120 кФ, 160 кФ, то чувствительность детектора будет составлять примерно, ну, я на память эту кривую вот вам вот сейчас воспроизвожу, кривую чувствительности натрия йода. Его чувствительность всего 5% от чувствительности в районе 60-70 кФ. Поэтому если что-то меняется, то в первую очередь именно там, где высокая чувствительность у детектора. Вот это тоже надо иметь в виду. Да, друзья, значит, у нас... Ну вот Вайсман куда-то пропал. Пауль, вы меня слышите? Если у вас еще есть вопрос все-таки, и вы что-то сделали со своим там этим микрофоном? Слышно, но опять все равно, как будто вы с того света говорите, извините. Подальше микрофон держите, говорите медленнее, попробуем вас понять. У меня вопрос от первой части фоновой. Как долго снимал фон? И есть пара вопросов. Пауль, я не знаю, как Саша, я ваш вопрос просто не понял совершенно. Почти ничего не слышно. Вопрос Пауль, извини. Такой. Как долго... Ну, может быть, в чате пусть задаст вопрос. Пауль, задайте вопрос письменно, и Александр попробует ответить. Просто вас непонятно совершенно. Вот. Пауль, он такой, он очень продвинутый пользователь, но у него там такие системы защиты, он там опасается много чего, поэтому вот такая ситуация. Друзья, мы эту часть закончили, я думаю, она была интересная. И, Саш, давай к следующей части, пожалуйста. Ну, я хочу просто вот немножко прокомментировать замечание о чувствительности осцилляторов. Ну, если здесь надо два рода чувствительности различать, собственно, чувствительность, отклик на облучение, на гамма-излучение, вот, и отклик на, собственно, уже происшедшее энерговыделение в сцинцилляторе. Вот. Конечно, отклик на гамма-излучение, особенно если сцинцилляторы маленькие, то просто гамма-квант проскакивает его, и он не регистрируется. Поэтому в области высоких энергий чувствительность гамма-квантов сильно падает. А что касается чувствительности, вот, собственно, к уже выделившейся энергии в сцинцилляторе, то тут тоже есть зависимость. Она максимально где-то в энергии, в области энергии 1 МЭФ и спадает как в область мягких энергий, так и в область жестких. Там спад такой, ну, сравнительно небольшой, процентов на 20%. Вот этот спад обычно при точных измерениях как-то вот компенсирует при обработке. И поэтому можно получить четкие, скажем, фотопики и так далее. Их можно четко по энергии классифицировать. Так, вот я попробуем показать видеоролик.
очень интересный, который у меня. Не знаю, получится он или нет. Это ролик изменения спектра во времени, что ли? Да, это вот когда мы регистрируем свинец. Вот смотрите, вот этот вот тут происходит непрерывный набор. Значит, по одну минуту, одна минута происходит набор, и потом вот каждые одну секунду вот это вот то, что набралось, последующее, оно изображается. Вот видите, вот здесь вот, вот здесь вот какие-то вот спорадические происходят всплески вот в области высоких энергий, то в одном месте, то в другом, а вот в области 60, вот это 70 килоэлектрон-вольт, вот видите, все время вот этот вот фиг, он как есть, так пляшет, так и пляшет. А до того, как был включен реактор, ничего подобного не было. Вот здесь виден вот этот вот, вот исходный фоновый спектр, вот он. Здесь вот ну, какое-то возвышение нет, совершенно незначительное. Вот, вот такие вот интересные кинокартинки. Так, теперь попробуем с текущим. А вот все-таки, Саш, еще Андрош Ковач поднял руку. Андрош, пожалуйста, твой вопрос. Да, это только мой комментарий, что вот то, что было на видео, эти плески, которые на более высокой энергии, они, на мой взгляд, выглядели немножко периодически, довольно похожи на то, что я измерял, поэтому, может быть, это тот же самый эффект, который я видел с этими всплясками. Для меня он казался артефактом, но кто знает. А может быть, но я просто не приглядывался к этому. Да, Анна, вот. Спасибо. Но я могу сказать, что вот то, что Саша видео показывал, это он ведь показывал набор спектра во времени. Вот там увеличенные как бы амплитуды эти хорошо видны. Ну вот, а статистика потом, когда набирается, это я Андрюшу в основном говорю, когда набирается значительная статистика, то пики появляются то в одном месте, то в другом. И вот эта картина периодичность, она периодическая, она в конце концов затрется статистикой. Но, может быть, стоит с этим поработать повнимательнее. Спасибо за замечание и за вот это вот. Саша, наверное, надо на это обратить внимание. В районе 600 КФ. Нет ли там периодических каких-то спектров? Саш, пожалуйста, продолжай. Ну, вот такой датчик, это вот наверенный экспериментами Зацелепина и Баранова по поводу изменения давления в замкнутом объеме. Ну, на самом деле, вот смотрите, если мы имеем замкнутый объем, то в соответствии с уравнением состояния идеального газа у нас, значит, если неизменная температура и при постоянном объеме, и поскольку замкнутый объем у нас число, значит, молекул там неизменное, то давление вообще не должно меняться, по сути дела. Должно быть постоянным. Если оно меняется, то это значит, число молекул газа уменьшилось. Но особенно привлекательно, значит, измерять не просто давление, а отношение давления к температуре, поскольку в этом случае нет необходимости заботиться о высоком постоянстве температуры. Если отношение давления к температуре, оно будет, должно быть постоянно, независимо ни от чего, если вот объем не меняется. А если мы заметим какие-то изменения в отношении давления к температуре, это значит, произошло изменение, значит, количества молекул в этом замкнутом объеме. Ну и вот такой датчик был сделан. К
кварцевая такая вот посудина, сосуд кварцевый. Для чего кварц? Чтобы не заботиться о том, что вот может температура, значит, расширить сам сосуд, и из-за этого произойдет изменение давления. И внутри находится датчик температуры и давления. Такой замечательный датчик, называется BMS-280, позволяет регистрировать сотые доли градуса, там какие-то небольшие доли паскаля. Ну вот, и причем это все происходит одновременно и в одном месте, что очень, значит, подходит для наших измерений. Ну и вот, собственно, тот же самый, такой же самый реактор, лампа накаливания, погруженная в воду, и рядом находится вот такой вот сосуд, замкнутый сосуд с газом. Вот мы считаем такой особого рода детектором. Интересно, что он покажет. Но для того, чтобы, значит, не ослепнуть от света и чтобы свет не влиял на показания датчика, все это обернуто алюминиевой фольгой. А вода проточная там есть у тебя? Нет, воды проточной, поэтому просто за счет теплоемкости воды, значит, здесь поддерживается, ну, температура, конечно, возрастает, но не в такой мере, чтобы это было критично. Вот. Ну, это вот контрольные измерения. Первый верхний рисунок – это вот, значит, влияние изменений внешней температуры. Ну, здесь вот синим показано отношение давления к абсолютной температуре. Вот она, так сказать, не меняется, наблюдается какой-то дрейф, не очень понятно, с чем он связан. Вот. Во всяком случае, это понятно, что это не утечка газа, поскольку температура в атмосфере снаружи была меньше, чем в этом сосуде, поэтому в этом случае наблюдалось бы потение. Но, может быть, какие-то адсорбированные молекулы как на поверхности колбы постепенно освобождаются. Но это не важно. Важно, что, значит, этот закономерный линейные изменения, но когда произошло изменение внешней температуры, вот было открыто окно на некоторое время, произошло изменение температуры, конечно, не только, значит, воздуха снаружи, но произошло изменение внутри, тут примерно, значит, изменение на 1 градус произошло, ведь видите, показано, как изменялось давление, как изменялась температура. И наблюдается вот такой вот спад на какое-то время отношения давления к температуре. Ну, с чем это связано? Это вполне понятно, потому вот если посмотреть, что на то, как меняется давление и температура. Давление меняется значительно быстрее, чем температура. Поэтому, значит, если газ изменил свои параметры, то, значит, давление сработало, датчик давления сработал быстрее, а температурный датчик еще не сработал. Но если ввести при обработке результатов искусственное вот такое замедление процессов, замедление в результатах измерений давления, то очень легко этот процесс так нивелировать. Вот видите, что скорректированный вот этот вот ход отношения давления к температуре, вот он восстанавливает свой ход, такой вот нормальный ход. А что такое скорректированное? Чуть точнее. Скорректированное – это вводится некоторое в числовой ряд измерений давления, вводится некоторое усреднение и задержка во времени при обработке.
То есть ты не давление рисуешь, а усредненное давление в течение некоторого времени. Да, чтобы так сказать, реакция во времени у обоих датчиков была по возможности одинаковой. Тогда получается просто идеально. Понятно. Ну, вот дальше. Вот, нижний тоже контрольный такой опыт. Вот смотрите, здесь вот показано, значит, изменение температуры, отношение давления к температуре во времени. Ну, здесь тоже наблюдается некоторый дрейф небольшой. И вместо вот этой лампы накаливания в сосуд был опущен кипятильник такой же примерно мощности 500 ватт и включен вот на где-то вот примерно на 10 минут включен. Мы видим, что хотя вот ход давления, ну ход температуры такой же, поэтому я ход температуры не рисую, потому что нет в этом смысла. Но вот ход давления, ну, соответственно, ход температуры сильно меняется, а ход отношения давления к температуре не меняется. Таким образом, если мы что-то особенное увидим, когда включим наш реактор, вот эту вот лампу накаливания, в которой температура нити накала где-то 2700 градусов, в отличие от температуры нити в этом кипятильнике, там порядка 1000 градусов. Вот, значит, мы обнаружим эффекты, связанные именно с тем, что, значит, вот происходят какие-то Ленар-процессы. Вот. Ну и что мы видим? Ну, вот в данном эксперименте несколько раз через определенное время, примерно на 10 минут, включался реактор. Ну, мы видим, что, ну, конечно, и температура какая-то передается на этот сосуд, и, соответственно, температура и давление растет. Но, как мы видели, изменение температуры и давления оно не влияет на отношение давления к температуре. А здесь мы видим, что включения, вот эти вот кратковременные включения вызывают повышение отношения давления к температуре. Причем каждый раз вот происходит новая ступенька повышения. А вот в некоторых случаях мы видим, что вот это вот повышение происходило, оно сопровождалось вот такими вот колебательными процессами. Вот особенно они видны при третьем включении, где-то порядка период 20 минут. И вот эти вот, значит, ступеньки, они так и сохраняют свою величину. А если мы возьмем и этот реактор унесем куда-то, ну, вот отношение давления к температуре как возвращается вот к своему исходному значению, как будто мы ничего и не включали. Вот, дальше. Но наблюдаются также эффекты снижения величины вот этих вот отношения давления к температуре. Но они происходят не так недолговременно, а только происходит на то время, когда вот лампа в реакторе включена. Видите, вот такой отчетливый эффект. Это рисунок снизу, который, да? Рисунок снизу, да. Вот включили лампу. Кстати, давление вроде и температура мало изменилось, а здесь произошел такой весьма, так сказать, впечатляющий эффект. Вот. И помимо этого мы видим, что произошло увеличение. Вот после того, как лампа была включена, значит, вот этот вот отрицательный эффект, он исчез довольно быстро. И мы видим, что величина вообще по сравнению с исходной величиной отношения давления к температуре возросла.
А если мы, значит, удалим реактор, унесем, то происходит возвращение, значит, к величине, близкой к исходной. Саша, а вот что за величины у тебя по осям? Поподробнее расскажи, пожалуйста. Вот ну, что-то по осям зеленое – это гектопаскали, это давление. Вот оно здесь прямо указано, вот там 995-996. Гектопаскали – это 10 в пятой, да? Гекта, да. Такая величина внесистемная, да. Ну, это 1000 гектопаскалей, это примерно вот атмосферное давление. По правой это отношение давления к абсолютной температуре, гектопаскали к Кельвину. Вот здесь вот видите, изменения где-то происходят, ну, максимум в четвертом знаке, даже скорее в пятом знаке. Ну да, то есть ты рисуешь, падения-то большие, а вот эти вот отношения падают, изменяются все-таки в четвертом, в пятом знаке. Да, понятно. Все-таки они меняются, но ну, что интересно, они меняются совсем не так, как меняется температура. Хотя, казалось бы, тут должно быть как четкое соответствие, да? Ну, дальше продолжаем эксперименты. Но влияние расстояния. Ну вот мы видим, тут включили лампу, у нас, значит уровень вот этого отношения ПКТ увеличился. Ну, когда он более-менее стабилизировался, мы, так сказать, убрали детектор, отнесли на расстояние порядка 50 сантиметров. Вот мы видим, что показания резко снизились, отношение P к T резко... Детектором ты называешь вот эту вот емкость. Да, вот этот вот детектор мы взяли и убрали, а сам реактор остался на месте. Вот. Ну, когда вот ставили обратно, здесь какой-то вот скачок произошел. Это я не знаю, с чем он связан. Причем этот скачок... Если бы это, допустим, датчик давления дал только, допустим, стукнули там что-нибудь и так далее, но и датчик температуры тоже дал так, скачок. Так что это что-то такое интересное и непонятное. Вот, дальше. Значит, после этого, когда вот, вроде бы вот такой дрейф наблюдается, и мы... Сейчас, подожди, значит, вот ты лампу это самое отодвинул, а потом ты что, назад ее придвинул? А потом я ее вернул назад. Вот здесь вот я об этом скажи, назад. Потому что иначе непонятно. Да, вот здесь я ее поставил, а здесь я ее вернул назад. Вот тут возвращение к исходному ходу вроде бы произошло через какое-то время небольшое, ну, несколько минут. И после этого я взял и реактор отодвинул от детектора на 20 сантиметров. Видите, тоже показание, вот эта вот величина отношения ПКТ сильно уменьшилась. Ну, как бы, вроде бы не до конца, да, но, во всяком случае, сильно уменьшилось. То есть от расстояния здесь наблюдается сильная все-таки зависимость. И опять те же самые 20 сантиметров, о которых мы уже неоднократно упоминали. Да, 20 сантиметров, понятно, откуда взялись. Я просто нашим слушателям напомню, что это в свое время Пархомов и Жигалов обнаружили, что 20 сантиметров, ну, может быть, там чуть в окрестности 20 сантиметров, это какая-то такая очень важная такая пространственная единица, за которой эффекты пропадают, этих самых треки пропадают. Саш, а вот все-таки еще раз вот к величине, давай вернемся к правой вот этой вот шкале вертикальной, вот величину вот этих вот изменений, пожалуйста, назови их, вот, относительно очень важно, вот в каком это знаке, чтобы вот я тут как бы
Вот это справа, да. Ну, смотрите, вот здесь изменение идет. И вот если мы возьмем, вот, значит, это... Но это в четвертом 30, знаке. В да, четвертом 32 знаке тысячи, идет. Значит, 32 тысячи меняются на 5 единиц, вот так вот. Ну, это в четвертом знаке, в общем, идет изменение. В четвертом знаке происходит изменение. Да, понятно. Понятно. Вот. Ну и вот нижний рисунок. Влияние различных экранов. Вот очень сильное влияние было обнаружено пенополистирола. Вот этот пеноплекс, который используется для утепления стен. Вот если его поставить, то происходит вот резкое снижение величины P, деленное на T. А другие экраны как-то Саш, очень поподроб, мало. Поподробнее скажи, где ты ставишь вот эту штуку? А ставлю я между реактором и датчиком. Ну, слово датчик я бы все-таки заменил. Датчик, вот между вот емкостью, сосуд, емкостью сосуд, где да. ты давление и температуру меряешь, и между реактором. Это датчик, это неправильно говорить. Там, собственно, датчик это вот, значит, это вот микроплата, которая там стоит. А это детектор, да, газовый детектор, так будем называть. Вот между детектором и, значит, реактором вот ставится. А какой толщины у тебя этот пенопласт? Толщины 3 сантиметра. Да, ну к чему это еще раз? К чему это приводит? К приводит, падению вот этого? Вот он. Вот видите, вот такой вот большой провал. Причем давление возрастает при этом. Отношение давления к температуре падает, а само давление возрастает. И можно заметить, что все это происходит с разным... во времени, с разной постоянной времени. Вот этот вот провал происходит довольно быстро, а тепловые изменения и изменения давления происходят намного медленнее. Вот. Ну и здесь еще показан результат вот других экранов. Вот здесь вот... Да, вот мне не видно. Значит, здесь керамическая плитка поставлена толщиной 1 сантиметр, а здесь поставлен лист фанеры толщиной 1 сантиметр. Ну, вот на фанере что-то как более-менее заметно. Ну, кроме того, я и другие смотрел экраны. Тут, скажем, алюминий, конечно, всегда используется. Алюминий 2 миллиметра, ну, тоже эффект какой-то был, но малозаметный. Так что вот это вот... очень важные вот эти соображения, потому что у тебя сейчас же тут же начнутся... Вот Поль Вайсман тут писал кое-чего, ты не читал это, поскольку ты доклад ведешь. Вот экранировка, тепловые эффекты, вот все, люди будут озабочены. Как-то тепловые влияния самой лампы вот на все это дело. Но вот то, что разные вещества по-разному это самое влияют, вот это очень важная характеристика, очень важная. Разные вещества, еще важно то, что вот, отклик вот этого отношения ПКТ по времени, он совершенно не такой, как вот изменение давления температуры. Вот это тоже как-то вот, надо на это обращать внимание. Ну и вот тоже такой, ну этот эксперимент такой предварительный. Вот поскольку Зателепин и Баранов используют распылители воды ультразвуковые, ну вот я попробовал, правда, без того, чтобы здесь электрический разряд включать, но они видели эффекты и без включения электрического заряда.
Ну, что сразу видно, это резкое падение температуры там, где вот находится это облако воды. И температура сильно падает также и внутри вот этого баллона с газом, вот, когда включен увлажнитель. Но здесь что интересно, что опять-таки отношение давления к температуре падает намного-намного быстрее, чем изменяется температура в этом баллоне. То есть можно предположить, что какие-то тут все-таки эффекты, они разную природу имеют. Температурные эффекты и то, что мы наблюдаем, вот, это что-то такое не одно и то же. Вот. Ну, здесь пока трудно сказать, здесь в этом направлении надо еще поработать, но это такой вот отчетливый эффект, но все-таки надо понять, это температура или не температура, поскольку все-таки изменение температуры здесь очень значительное, и надо еще поработать. Вот. Ну и такой вывод, который можно сделать в заключении вот этой серии экспериментов. Обнаружено обратимое снижение отношения давления к температуре в замкнутом сосуде во время включения реактора и продолжительное увеличение этой величины после выключения реактора. Выключенный реактор, сосуд с водой и лампой накаливания длительное время влияет на результаты измерений ПТ. Даже можно вот этот вот сосуд поднести на следующий день вот к этому нашему детектору, и то будет заметен эффект. То есть все это накапливается и сохраняется. Удаление реактора от детектора на расстоянии более 20 сантиметров делает влияние незаметным. Размещение между реактором и детектором экранов из алюминия, картона, фанеры, керамики мало влияет на результаты измерений. Сильное снижение вызывает экран из пенополистирола. Изменение отношения давления к температуре происходит постепенно, характерное время порядка 1 минуты, но намного быстрее изменение температуры. Вот. Ну, вот эта вот часть доклада закончена. Наверное, следует опять вот вопросы задать, а потом перейдем к обсуждению дальнейшему. Да, друзья, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вот уже Сергей Цветков, но может быть... А, еще есть люди. Да, спасибо. Сейчас зададим вопросы по этой части. Значит, пожалуйста, Сергей Цветков, ваш вопрос. Алло, меня слышно? Да, Сергей, слышно. Алло. Слышно, слышно, слышно. Слышно? Да-да, слышно, слышно. Продолжайте. Во-первых, связь плохая, что-то постоянно прерывается. У меня вопрос такой, Александр Георгиевич. Вы используете воздух в качестве рабочего газа в этом устройстве, да? Да. Алло. Да, воздух, конечно. Александр Георгиевич, а почему вы для описания вот этого соотношения используете уравнение Менделеева-Клаперона для идеального газа? Воздух вообще-то не идеальный газ. Ну, воздух, почему? Воздух – идеальный газ с точностью где-то до 5-го знака. Нет, там, извините, при нормальных условиях. Там совсем другое это самое уравнение, там с двумя этими слагаемыми надо это все учитывать, потому что это, во-первых, воздух, это у нас там в основном двухатомные газы. А двухатомные газы это не одноатомные газы. Там надо уравнение все-таки корректировать по отношению.
Нет, там дело в том, что там учитываются молекулы. Одноатомный газ считается, один, если газ одноатомный, он и дает одну молекулу. Если двухатомный, то, соответственно, молекулы из двух атомов, ну и так далее. И это очень хорошо вообще соблюдается. И о том, что это хорошо соблюдается, видно хотя бы из того, что вот когда мы делаем обычные тепловые воздействия, вот на этот же самый сосуд, то отношение давления к температуре, оно ведет себя вполне так, как предсказывает уравнение идеального газа. Сергей, вот я могу добавить, значит, вот к тому, что Пархомов сказал, это Зателепин говорит. Значит, смотрите, вы правы, что там действительно как минимум две компоненты в воздухе, а на самом деле там их гораздо больше. Там есть кислород, там есть азот, там есть вода, там есть СО2, вот, и так далее. Там целая куча различных веществ, но Пархомов совершенно прав. Он же ведь вот тут не написал в своем соотношении никакого, ну, мю такая величина. Вот я, это моей профессии долгие годы было, я тут в этом хорошо разбираюсь. Значит, никакой величины молекулярного веса он не ввел, а можно вот разные состояния, разные составы вот этого воздуха учесть с помощью вот таких каких-то коэффициентов усредняющих. В результате получится опять уравнение Клапейрона-Менделеева для идеального газа, как будто из некоторого газа с некоторым средним составом все состоит. Поэтому Пархомов в этом плане прав. А то, что это двухатомный или там пятиатомный, или там 5 степеней свободы, или там еще какие-то нюансы, это сильно влияет на теплоемкость, но на свойства, вот, связанные с соотношением между давлением и температурой, это не влияет. Это влияние не такое заметное. На теплоемкость влияет очень сильно. В этом плане вы правы, но Пархомов другой процесс изучает. Саш, продолжай, пожалуйста. Да, ну, собственно, ответ был. Сергей Цветков. Еще, может быть, есть вопросы? Нет, больше вопросов нет. Спасибо Цветкову. Ужигалова вопрос. Влад, пожалуйста. Да, у меня целых два вопроса. Первый вопрос. Вот, Александр Георгиевич, вы когда проверяли, допустим, там окно открывается или кипятильник, значит, воду, вы корректировали там, да, вот эту вот динамику отношения П к Т. А была ли коррекция вот уже в экспериментах таких с источниками более интересными? То есть что имеется в виду под более интересными источниками? Ну и имеется в виду, лампа накаливания, а потом вот эта вот распыленная вода, значит, ультразвуком. А там у вас как коррекция была вот эта динамическая? Да, коррекция всегда вводилась, поэтому она просто была зашита в обработку. Без нее, вот, когда ставишь, вот, включаешь нагреватель и ставишь что-то теплое поблизости, происходит такой довольно сильный выброс. А когда вводится коррекция, этого выброса уже нет. И второй вопрос. Вот интересно, конечно, что пенопласт, да, он же обладает гораздо меньшей теплопроводностью, чем вот все остальные какие-то материалы. И вот он дает очень хороший эффект. А вы не проверяли на электростатику? Нет тут каких-то влияний чисто электростатических? Может быть, заряд там как-то на пенопласт он? Ну, вообще-то не проверял, но то там все, так сказать, обернуто алюминиевой фольгой, поэтому, так сказать, вряд ли это могло бы проявиться. И специально я вот это не исследовал. А фольга не заземлялась, она у вас просто развязана от всего, да? Ну, просто развязано. Хорошо, спасибо. Спасибо Жигалову. Сергей Годин, пожалуйста. Александр Георгиевич, я тут тоже немного повозился с этим датчиком, да, и понял там некие его особенности работы. Ну, во-первых, сигнал очень сильно зависит от объема того сосуда, в котором находится датчик. Наиболее интересные результаты и более корректные получаются с маленьким объемом. Вот у меня сейчас
50 миллилитров, да, и все работает очень хорошо. Кривые давления и температуры, они просто идеально попадают. Есть там погрешность, которая, в общем, не очень хорошо описана Но это технически. обсуждение уже, да? Нет, это я просто к вам некие рекомендации, как бы полезные советы, которые вы хотите, возьмите на заметку, хотите, нет. Скорость реакции самого датчика давления и датчика температуры, они разные, да, как вы правильно отметили, да, как бы сигнал появляется немного с задержкой. Но там есть еще одна особенность. Сам датчик давления, он чувствителен к температуре, вне зависимости от давления. Просто если вы будете повышать температуру при постоянном давлении, он у вас будет давать разные показания. И эта цифра, она как-то так приблизительно очень дается в PDF. Поэтому тут тоже нужно осторожно смотреть. Вот у Ну вас да, ну появляется там, какой-то сигнал, да? Это вполне изменение может быть. десятые доли градуса обычно вообще-то, температурные. Да и вот кто его знает, там не указано, в общем, видимо, для каждого датчика это своя величина. Ну она, да, я согласен, что здесь очень большое значение имеет правильность градуировки этих датчиков, Да, конечно. и вот объем очень сильно влияет. Вот это интересно, почему объем Маленький влияет. объем лучше работает. Ну, попробуйте, вы видите. Да. Но Все я хорошо. думаю, что вообще там не газ работает, а сам вот этот вот датчик. Ну, мы не знаем, что у него внутри, поэтому мы Да, видим только вот внешний именно, вот сигнал, да. именно. Не Хорошо. похоже, что газ там работает. Так, Спасибо. спасибо, Година. Да, вот это самое ценное замечание, что датчик давления. Показания зависят от температуры. Вот это самое ценное. А что касается объема, ну да, это тоже надо анализировать, влияние объема. Так, друзья, значит, вопросы закончились у нас. А, нет, Андрей Чистолинов вопрос задает. Да, Андрей, пожалуйста. Александр Георгиевич, спасибо за очень интересный доклад. Но вот вы обещали интерпретацию в конце. Она Можно будет как-то... еще, Андрей, это еще еще не не конец, конец. еще одна часть будет, А, третья еще часть. одна часть. Все понял, нет вопросов. Ага. Спасибо, значит, Чистолинову. Саш, продолжай, пожалуйста. Так, ну вот, поехали. Будем теперь заниматься интерпретациями, насколько это возможно. Ну, как я себе представляю и как это, наверное, действительно происходит, действие Ленн-реакторов на окружающее его вещество. Значит, сам Ленн-реактор, этому, он может быть самым различным, это может быть там и плазменные реакторы, и газоразрядные, там и, значит, и накаленные металлы и прочие вещи. Вот. Когда он начинает действительно работать в Ленн-режиме, появляется некий агент, вызывающий ядерные реакции. Ну вот мы не будем обсуждать, что это за агент, поэтому это особый вопрос, который еще не решен, и мы только приступаем к решению этой проблемы. Но суть в том, что этот агент действительно вызывает ядерные реакции в окружающем веществе. Это мы видели неоднократно, и это уже невозможно опровергнуть. То есть изменение элементного состава происходит не только вот в самом, так сказать, ядре реактора, но и в окружающем веществе. Вот такая схема. Ну, посмотрим, что же может быть, какие могут быть ядерные реакции происходить, допустим, вот в сцинтилляторе натрий йод. И эти ядерные реакции, они могут как раз вызвать эффекты, импульсы, которые мы наблюдаем. Но прежде всего может быть простой синтез. Натрий плюс натрий дает титан 46 плюс вот такое огромное энерговыделение 25 мегаэлектрон-вольт. Ну, я думаю, что вот такие вот самые простые реакции, тут еще много, может быть, и других реакций, это только часть всего, что может быть, здесь ниже показано. Так, натрий с натрием, может быть, давая, натрий с натрием, давая два других ядра, натрий с йодом дает два других вещества, йод с йодом, значит, дает другие вещества.
И йод может быть также для него возможна реакция просто деления на кислород и палладий плюс электрон. Вот такие реакции. Но я предполагаю, что самая простая реакция, вот эта вот верхняя натрий-натрий-титан, она самая простая, она имеет большое энерговыделение, по-видимому, она может быть наиболее вероятной. Но, по сути дела, если вот так вот написать уравнение реакции, то в таком виде реакция в принципе идти не может. Почему? Потому что, значит, здесь не может соблюдаться закон сохранения импульса. Вот. Ну, на самом деле, вот натрий, вот это вот исходное вещество, оно находится при тепловой температуре, импульс небольшой, а на выходе вот это вот ядро, оно имеет огромный импульс и получается такое несоответствие. Здесь это несоответствие может быть убрано только таким образом, если кроме титана здесь возникают еще другие частицы. Ну, эти наиболее вероятные частицы, возникающие при этом, являются, конечно, нейтрино. Это, значит, вот реакция слабого взаимодействия с нейтрино. Ну, нейтрино, значит, нейтрино есть слева, значит, нейтрино есть справа. Но суть в том, что, значит, если у нас кроме титана тяжелого ядра появляется нейтрино, то чтобы компенсировать вот это вот несоответствие по импульсу, нейтрино должно уносить очень большую часть энергии. Если можно посчитать, что нейтрино на ядро титана остается где-то порядка 10 килоэлектрон-вольт всего. Поэтому, по сути дела, вот такого типа реакции, если они происходят в сентиляторе натрий-йод, то значит, мы их и ничего заметить не сможем, потому что это 10 киловольт, это уже уходит в область шумов, и кроме того, эффективность регистрации таких вот тяжелых ядер, она в сенсиляторе очень небольшая, поэтому сигнал очень небольшой возникает. Ну, а если мы посмотрим вот эти вот двойные реакции, то здесь тоже надо думать, что принимает участие нейтрино. Если принимает нейтрино в качестве третьей частицы, то получается, ну, в соответствии с кинематикой, получается разброс по энергиям, то есть случайные вот эти вот энергии ядер возникающих, они имеют случайный характер. И они, конечно, могут регистрироваться, и, может быть, именно вот это мы видели, вот когда я показывал вот этот вот ролик, то там то в одном месте вспыхнет, то в другом, то в третьем. Вот, может быть, это как раз с этим и связано. Вот. Теперь посмотрим, что у нас в свинце происходит. Для свинца характерны реакции деления. В нем возможно происходить реакция деления. При этом образуются как легкие ядра, так и тяжелые ядра. Но возникающие тяжелые ядра – это, так сказать, что-то такое новорожденное, и оно должно еще, кроме того, как образовать свое ядро собственное, оно должно еще образовать электронную оболочку. А образование электронной оболочки, оно неизбежно связано с рентгеновским излучением. А заполнение внутренних оболочек, скажем, К-оболочка вот в этих тяжелых элементах, она при заполнении дает рентгеновские кванты с энергией там, порядка 80-70-80 килоэлектрон-вольт. Вот я предполагаю, что вот именно в свинце происходят вот такого рода ядерные реакции, наведенные вот этим вот агентом,
которым мы облучили свинец. А то, что регистрирует сентилятор, это вот это вот рентгеновское излучение, которое появляется при образовании электронных оболочек, образовавшихся тяжелых элементов. А здесь мы, когда мы не используем свинцовый колпак, или используем колпак из вот, кадмия, то здесь уже не возникает таких, не возникает тяжелых элементов, которые при заполнении электронной оболочки дают энергичные рентгеновские кванты. Там возникают кванты с энергией ну, так сказать, до нескольких килоэлектрон-вольт. И мы их в шуме, их просто мы не видим. Вот кадмий, например, дает излучение с энергией сколько? До 20 килоэлектрон-вольт. Ну, что-то в этом районе и заметно, но это уже очень далеко. Саш, а вот ты же показывал в своих экспериментах, что у тебя там через некоторое время уже давно все выключило, а у тебя все равно что-то там светит. Вот как-то свяжи вот с этой, с рассмотрением, например, со свинцом. Вот это вот то, что вообще многих исследователей изумляет, что вот даже вот и начиная с Уруцкоева, что вот он, вроде бы все уже кончилось, он берет вот эту вот чашку Петри и там видит какие-то вот эти вот появления треков уже долго после того, как значит, произошел эксперимент по облучению взрыва. А вот Евмененко, вот все время забываете о работах Евмененко, который на протяжении нескольких лет прослеживал вот, излучение осколка реактора, который проработал 7 месяцев. Он даже через несколько лет видел засвечивание фотопленки вот этими обломком этого реактора. То есть Саша, это вещь, тут как бы это уже такая известная, более принятая, понятная нам, никто не с этим спорит. Ты со своей теорией свяжи, пожалуйста, вот то, что ты сейчас про свинец, вот про... Нет, ну как, теория такая, что можно... Нет теории, а есть пока эмпирика. Вот есть нечто, что вот, значит, что-то пропитывает вот это вот вещество окружающее, и в этом веществе и остается там, и вот на протяжении долгого времени инициирует вот эти вот ядерные реакции. Но ты же, ну тогда сделай следующий шаг. Извини, что я тебя подталкиваю. Ты же говорил, что этим веществом, скорее всего, является низкое, эти самые энергетические нейтрины. Или, а ты сейчас не хочешь так говорить? Что-то другое, видимо? Ну, нейтрино. Но я хотел немножко потом сказать. Ну, но я думаю, что да. Ну, нейтрино, оно, конечно, само по себе, если образовалось, то оно быстро улетит. Но вот смотрите, вот когда мы нагреваем тело, то у нас возникает условие для появления не просто нейтрино, а пары нейтрино-антинейтрино. Причем эта пара имеет очень низкую энергию, доля электрон-вольт. И понятно, что и можно оценить состояние значит, вот этого вещества, которое возникает, нейтрино, антинейтрино, оно совершенно понятно, что оно находится в вырожденном состоянии. Ну, можно предположить, что здесь работают не просто нейтрино, а вот эта вот пара нейтрино-антинейтрино, но которые вошли в состояние, скажем, базе-конденсации. И вот это вот состояние, оно внедряется в вещество и там сохраняется. Ну, вот такая вот спекулятивная, может быть, идея, которая еще такая рабочая сырая гипотеза, но я вот себе вот так вот могу это для утешения объяснить.
Так, спасибо. Продолжай, продолжай, пожалуйста, да. Так, ну ладно, здесь мы, кажется, более-менее разобрались, а вот здесь вот намного труднее понять, что происходит. Но легче всего предположить, что происходит тоже ядерные реакции. Допустим, азот с азотом образует кремний или кислород с кислородом образует серу, поскольку вот в молекуле эти атомы находятся достаточно близко, и они под действием вот этого агента они могут, значит, реагировать таким образом. Но опять-таки здесь вот возникает, здесь чистый синтез, возникает одно ядро, и здесь без нейтрино никак обойтись невозможно. Ну и возможны также другие реакции с образованием двух элементов, но я думаю, что эти реакции менее возможны. Но они тоже приводят к образованию вот этих веществ, там, магний, углерод и фосфор, кремний. И это, по сути дела, вещество, выпадающее в осадок, и должно уменьшаться количество молекул в колбе, и, соответственно, должно уменьшаться давление. Ну, вот эта вот простая идея, исходя из которой, в общем, и был создан этот детектор, но на деле мы наблюдаем совсем другое. Эксперименты показывают, вот должно было, если бы вот выпадали эти твердые вещества в осадок, то это было бы совершенно необратимо, и снижение давления было бы необратимым. А мы наблюдаем наоборот. Обратимое снижение отношения давления к температуре во времени. Именно, и это происходит во время включения реактора. А после работы реактора наблюдается продолжительное увеличение отношения давления к температуре. Кроме того, изменение давления к температуре происходит намного быстрее изменения температуры и давления. То есть картина совершенно не такая, как вот изначально предполагалось. То есть я даже думаю, что мы в данным детектором регистрируем не газовые какие-то эффекты, а эффекты, которые происходят в электронике, которые вот имеются в датчике температуры и давления BMG там, 280, довольно сложное устройство. Что там происходит, мы сказать не можем, что конкретно происходит. Ну вот, во всяком случае, вот если это так, то вот эта вот микросхема, она может быть датчиком вот этого агента, который дает ядерные трансмутации. Вот неожиданно мы его нашли, такой датчик. И не может быть вообще никакого вот этого баллона, и вовсе и не требуется. Так, ну и что? Ну и вот в заключение всему сказанному, вот можно сказать следующее. Из проведенных экспериментов можно сделать вывод, что агент, вызывающий ядерные трансмутации, является субстанцией, выделяемые активными областями лент реакторов, которые пропитывают окружающее вещество. И при этом не только осуществляет в этом веществе холодные ядерные трансмутации, но и превращает его в источник этого агента. Вот такие вот выводы можно сделать, но, конечно, это все так очень предварительно, и все это надо еще обдумывать. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо, Александр Георгиевич. Друзья, ну, вопросы были, но тем не менее, может быть, еще что-то кто-то хочет спросить, а потом повыступаем. Пожалуйста, если кто-то хочет что-то спросить, поднимите руку. Рук нет, поэтому давайте теперь, может быть, кто-то уже готов что-то сказать. Пожалуйста, поднимайте руки. Тоже нету. Ну, а нет, есть. Есть, начали поднимать, так? Здорово. Так, ну вот Андрей Чистолинов, он
рванул раньше немножко, но сейчас опять всех опередил. Андрей, пожалуйста, тебе слово. Да, большое спасибо, Александр Георгиевич. А очень интересные экспериментальные результаты. Я, правда, не очень понимаю, зачем нужно использовать в качестве датчика микросхему, если у вас есть сенсоризационный детектор, вот, который, ну, более понятный датчик, во всяком случае. Но вот что мне больше всего нравится, то, что на самом деле вот Александр Георгиевич пришел к идее сверхтекучей жидкости, и следующий шаг, ну, очевидно, Александр Георгиевич, если есть сверхтекучая жидкость, значит, есть квантовые вихри. Вот. Ну, а дальше, дальше, смотрите, мой доклад там сделан неделю назад. И, в общем, мы приходим к совершенно той же модели в итоге. Ну и, кстати говоря, вот если говорить о квантовых вихрях, ну понятно, что квантовые вихри как раз и могут накапливаться, как, ну, как вариант, что накапливается. Вот как раз они-то вот накапливаются и долгое время сохранятся в веществе могут, это понятно. А еще хочу сказать вот такую вещь. Александр Георгиевич в курсе, я пытался с ним обсуждать этот момент. Дело в том, что я пытался проверять некоторые вот эксперименты Александра Георгиевича с лампами накаливания, работающими в режиме перегрева спирали. А вот, и у меня ничего не получилось. То есть, ну, получился отрицательный результат. Никакого эффекта, а пытались найти эффект, вот тот, который Александр Георгиевич описывал в своих вот первых работах с лампами накаливания, когда рядом с лампой накаливания разгревалось вещество, собственно говоря, в пробирочке. Вот ничего такого я в своих экспериментах не обнаружил, но одно маленькое но. Дело в том, что мой эксперимент ставился немножко по-другому. То есть, если Александр Георгиевич использовал воду, которая по замкнутому контуру циркулировала, то я посчитал, что лучше использовать воду проточную. То есть вода просто омывала эту лампу, она поступала из магистрали водоснабжения и уходила в канализацию. Так вот, возможное объяснение как раз состоит в том, что этот агент накапливается вот в этой самой воде. Если это так, тогда, ну, как бы можно объяснить этот отрицательный результат. Ну, если у вас есть положительный результат, а вот у меня получился отрицательный, то его можно как раз объяснить тем, что этот агент накапливается. И вы это очень четко вот показали в сегодняшнем докладе, что этот агент накапливается и может срабатывать спустя некоторое время. То есть, если вы эту воду постоянно обновляете, то агент не может накапливаться в ней, соответственно, не будет действовать. То есть такие факторы надо учитывать. Ну, в общем, короче говоря, если все это так, как вы говорите, то есть если те результаты, которые вы озвучиваете, в итоге подтвердятся, то это, безусловно, прорыв во всем этом направлении исследований. Ну, что могу сказать? Надо проверять. Вот, все это выглядит очень многообещающе. Спасибо. Спасибо Андрею Чистолинову. Так, Евгений Егоров, пожалуйста. Евгений Егоров, а не Да, Андрей. спасибо. Ну, спасибо Александру Григорьевичу за отличный доклад. И хотелось бы сказать вот о чем. Значит, наибольшее экранирование от излучения вот в этом эксперименте мы наблюдаем на вспененной структуре, которая характеризуется наличием огромного количества границ, то есть областей переходов. А вот на этих областях, так сказать, формируются градиенты векторного потенциала. И даже теоретически они должны приводить к раскрытию именно торообразных структур, которые можно сформировать и из
потока векторного потенциала и из потока, ну, классического эфира даже, вот, которые должны, эфиринки или вот носители векторного потенциала должны взаимодействовать на достаточно малых расстояниях, типа планковских. Вот, и хотел, это можно проверить, если в качестве экрана посмотреть вспененный титан. Ну, а еще лучше будет, так сказать, работать вспененный свинец. Там эти градиенты будут более ярко выражены. Вот, так сказать, титан найти можно, так сказать, его выпускают в достаточно больших количествах. Ну, а по свинцу я не знаю. Ну, я слышал, что такая штука тоже есть. Спасибо. Спасибо Евгению Егорову. Влад Жигалов, пожалуйста. А, куда-то... Да, Влад Жигалов, вы хотели выступать или нет? Да. Тут просто поднятая рука, она почему-то сама собой пропадает. Я не опускал. У меня вот хочется ответить, еще маленькую реплику вставить на замечание Андрея Читалинова. Мы пробовали, то есть я пробовал, когда я пытался сделать реплику от реактора с циркуляцией, вот где лампа накаливания, циркулирует вода, охлаждает ее. Первоначально я сделал такую реплику, которая без циркуляции, но с проточной водой. Тоже вот из крана, да, идет вода, значит, омывает эту лампу и уходит, значит, в канализацию. Что я смотрел? Я смотрел треки, меня интересовали треки. И ни в той конструкции, где циркулировала вода, ни в той конструкции, где она просто была проточной, я не видел треков в то же самое время, как вот одновременно с этим в лаборатории Пархомова в Москве треки набирались от такого же как бы реактора, да, у меня в Зеленограде в МЕТе треков просто не было от вот таких же копий, да, реакторов. Вот это вот интересно, что потом как бы мы это все дело тоже там думали, с чем это связано. Ну, я пока некая рабочая, ну, мысль, что это лампы разные бывают, что где-то вот то, что копится как странное излучение на, ну, в виде треков, оно может быть, ну, грубо говоря, спираль лампы может нахватать этой непонятной субстанции, которая выходит и делает треки, а может не нахватать, этого уже не угадаешь. Но это открытый вопрос остался. Вот, это первое. Второе, такое, ну, наверное, это вопрос к Александру Георгиевичу, который я только сейчас вот появился. Вот если вернуться на, не знаю, сколько лет назад, и вспомнить результат Александра Георгиевича, когда он ставил бета-источники в фокус телескопов и наблюдал вспышки именно бета-активности, да, на маленьких счетчиках Гейгера от бета-источников. Вот те же самые гипотезы, да, что там ультрахолодная нейтрино применялась для объяснения этого феномена. А я напомню, что если вынуть из фокуса вот этих вот телескопов, да, вспышки пропадают. Просто обычно идет, ну, фон и фон. А вот если связать эти две постановки экспериментов, вот как мог бы выглядеть эксперимент, где бы мы эту непонятную субстанцию, непонятный агент ядерно-активный, да, нейтрино, не нейтрино, пока открытый вопрос, могли бы концентрировать, как-то собирать какими-то вот тоже зеркалами, там еще какими-то способами, как-то концентрировать и усиливать эффект. Вот как мог бы выглядеть такой эксперимент? Ну, Слав, вы закончили, да? Да. У меня такой вопрос, он немножко поздно появился. Вы закончили вопросом, но Саша, наверное, не очень там, может быть, отвлекся куда-то, и пока, он потом, может быть, прокомментирует. Ну, больше желающих выступить нет, давайте я несколько слов скажу. Вот эти эксперименты, которые мы сегодня, о которых там сегодня Пархомов рассказал, кстати, его надо поблагодарить, потому что вы видите, что это все, ну, скажем, из лаборатории непосредственно на наш вебинар. То есть вот это
как бы вот рабочие тетради, по сути дела, нам сегодня рассказываются. Вот это надо очень ценить, потому что это вот свежайший материал. И это вот, ну вот мы доверительно и очень уважительно относимся друг к другу, и поэтому вот наши некоторые товарищи считают возможным вот такие материалы предоставить. Спасибо Александру Георгиевичу за вот такое отношение к нашей совместной деятельности, совместный вот вебинар, вообще наше сообщество. Вот. Теперь по существу. Значит, смотрите, я бы хотел обратить внимание, что ну вот у нас я напомню, что вот в лаборатории ИНЛИС эксперименты вот такого сорта начали проводиться уже довольно давно, примерно года два. Вот у нас это даже опубликовано там в наших трудах конференции, вот это вот отношение P и к T, но мы немножко в других терминах работаем, поскольку вот я тут два раза обращал внимание, что изменения величин-то очень незначительные, поэтому удобнее преобразовать уравнение Клаперона-Менделеева в немножко другую форму, его в приращениях, обезразмеренных на основное значение величины. То есть, так, вот я сейчас продиктую, как этот закон будет выглядеть. Дельта P, деленное на P, равняется дельта T, деленное на T, плюс дельта N, деленное на N, где P – это давление, а дельта P – это изменение давления. T – это температура, а дельта T – изменение температуры, а N – это плотность вещества, а дельта N – это изменение плотности вещества, то есть количество атомов в одном кубическом метре. Еще раз, дельта P делить на P равняется дельта T делить на T плюс дельта N делить на N. Отсюда дельта N делить на N равняется дельта P делить на P минус дельта T делить на T. Извините, что я вас мучаю математикой на слух. Я это уравнение, напомню, что 2 недели назад, вот месяц назад я выступал и вот это выражение приводил. С ним гораздо удобнее работать, оно, ну, как бы, оно безразмерное, вот уравнение, о котором я говорю. Это просто, ну, мой совет Саше на будущее. Теперь так, вот по существу. Вот одна из основных критик, вот у нас тут люди пишут в чате, я вот успеваю читать, вот, и сегодня об этом тут немножко Годин говорил. В общем, такое, датчики, это сами по себе являются такими сложными приборами, которые не очень понятно, как реагируют на наши вот эти вещества, которые, безусловно, тут циркулируют, какие-то неизвестные вещества, ну, которые вот мы, я уже это сегодня говорил, называем темным водородом. Так вот, это совсем не нейтрино, на наш взгляд, с Барановым, это образование из протонов и электронов, довольно массивные, но очень маленькие, примерно на 3, чуть больше, чем на 3 порядка, меньше по размеру геометрическому, чем типичный атом, и тем типичное расстояние между атомами. То есть уходить в такую совсем квантовую среду, может быть, и не стоит. Хотя я допускаю, что и то, и другое может быть, и квантовые процессы могут быть, ну, с электронами и протонами тоже квантовые эффекты имеют место. Но я напомню, что квантовость начинает возникать тогда, когда длина волны де Бройля, вот, она соответствует примерно каким-то типичным размерам вот вещества и эксперимента, который вы проводите. Вот тогда необходимо обращаться уже не к обычной механике, а к квантовой механики или квантовой электродинамики там и так далее. Ну вот, когда вещество тяжелое, то значит квантовость она наступает гораздо позже, чем вот для легкого вещества. Поэтому, может быть, не обязательно квантовые эффекты, но я не допускаю, что и то, и другое может одновременно сосуществовать. Не нужно думать, что все открывается только одним ключом. Ключей может быть довольно большое количество. Так вот, отличие наших экспериментов от того, что Саша сегодня демонстрировал, Александр Георгиевич, состоит в том, что у нас знаки иногда различные
Вот у него то, что у него растет, у нас наоборот падает. У нас всегда, практически всегда, дельта N к N, то есть плотность вещества, она почти всегда падает. Я допускаю, что дело в том, что у него реактор совершенно другого типа, не того, который рассматриваем мы. Это еще один, с которым работаем мы. Это еще один из, ну, таких важных факторов, которые нам надо всем иметь в виду. У нас реактор – это искровой высоковольтный разряд, примерно с частотой искр, примерно порядка 10 импульсов в секунду, порядок такой, и мощности довольно небольшие, там где-то примерно 10-15 ватт, вот, напряжение там порядка 10-15 киловольт на разрядном промежутке, разряд в водовоздушной среде. У Саши, у него же лампа накаливания, там совсем, там среда совсем как бы другая, там вообще кислорода, это водорода нет, но обращаем внимание, что воды-то на самом деле там полно. Вот сегодня несколько раз обсуждали тему, значит, охлаждения. Поэтому что-то там, то, что образуется на первой фазе, может быть, в этом реакторе, потом обязательно как-то попадает в воду. То есть вода тут тоже участвует. Это тоже надо иметь очень в виду. Очень важно, вот я хотел тут поздравить Сашу Пархомова с тем, что он вот обнаружил высокую скорость изменения, ну, обнаружил, зарегистрировал высокую скорость изменения, по сути дела, дельта N, где N, это, дельта N – это изменение какого-то вещества, обычного боровского, как я называю, вещества. Скорость изменения огромная по сравнению с изменением физических параметров, к которым мы привыкли, обычного вещества, таких как давление и температура. Вот это тоже очень какой-то важный показатель, который в дальнейшем нужно как-то учитывать. Друзья, очень много есть чего еще сказать, но вот у меня такое впечатление, что вот Пархомову, мы же ведь через месяц, а именно 15 мая, будем проводить круглый стол по процессам очень похожим. То есть, по сути дела, который вот во второй части он рассказывал, вот связанные с изменением плотности вещества. И я бы хотел Александра Георгиевича пригласить как одного из выступающих на этом круглом столе. Ему, безусловно, будет что сказать, тем более, что он непрерывно ведет эксперименты. За месяц еще много-много чего более ясного у него возникнет. Друзья, я, наверное, закончил то, что я хотел сказать. Может быть, еще кто-то хочет что-то сказать? Нет, рук нету, поэтому, Александр Георгиевич, Саш, тебе слово такое заключительное, пожалуйста. Ну, вот мне понравилось сегодняшнее обсуждение. Люди выступали так вот не по поводу каких-то общих, значит, рассуждений, не было общих рассуждений, а были конкретные такие вот высказывания, которые, может быть, открывают путь для дальнейших исследований. И вот было сказано слово «прорыв». Ну вот в этот прорыв надо, чтобы люди пошли. И, в общем-то, эксперименты не требуют вообще большого сложного оборудования. Я думаю, что если много людей на этот, туда, в этот прорыв пойдет, то мы много чего сможем интересного обнаружить. Ну, вообще, что касается прорыва, ну, я бы так не сказал, потому что, вот, вы знаете, вот о чем-то похожем говорили очень давно. Вот и Ахатрин, и Акимов, Степанов, еще много-много лет назад они говорили, что что-то вот из чего-то выделяется, и что-то накапливается, и какие приборы, значит, отключаются, потом опять начинают работать. Вот что-то такое было. И я к этому всегда относился так очень недоверчиво, но вот похоже, что действительно все это вот на самом деле есть. Ну, спасибо, вот, что все с таким вниманием выслушали
мой доклад, и надеюсь, что этот доклад, он не просто так вот будет вот куда-то вот произнесен в эфир, а он позволит людям, позволит вот продвинуться нам всем в исследовании вот этого удивительного феномена, вот, чем мы занимаемся. Спасибо. Спасибо, Александр Георгиевич. Друзья, на этом мы заканчиваем. Сегодня оперативно, но, по-моему, информативно. Вот я бы так сказал, у нас сегодняшний наш вебинар прошел. Мы, следующая наша встреча будет 15 мая, такой довольно значительный перерыв. Это будет круглый стол по, я его называю, вот, круглый стол по исчезновению вещества. Но название формальное будет нетепловые процессы в окрестности Ленн-реакторов или в окрестности реакции реакторов холодного синтеза. Поэтому, если есть желающие, а есть уже у нас желающие, то, пожалуйста, присылайте мне письмо. Тут, там можно, не надо будет доклад делать, можно будет в течение 10-15 минут рассказать о своих каких-то знаниях, данных по вот этому вопросу. Может быть, какие-то эксперименты были когда-то или какой-то опыт есть. Все это надо вот накопленное в наших коллективных разумах, вот это все надо обсуждать. На этом, друзья, мы заканчиваем. Следующая, еще раз напоминаю, следующая встреча будет после майских праздников 15 мая. Всем удачи. Спасибо. Спасибо, до свидания. Счастья, здоровья.